Я сегодня, например, прокатал, бля, ну почти полный бак, литров 8, наверное. Я сегодня прям много катался с пацанами. Спасибо за заправку, Энери. От души. Арвин, развратник. Да не. Какой я развратник, пацаны? Я же этот, не... Ебу все, что движется. Я выбираю только достойных. Только самых красивых. Тут где-то чел ходит. Блять, походу. Блять, если я буду сейчас заходить, он меня разъебет, наверное. Блять, он за дверью стоит прям. Бля, это граната не та, взрывается быстро. Ну давай попробуем, что будет. Он не здесь. Он, похоже, в самом низу. Он в стойле. Все, уходим. Или есть шанс, что он на первом еще. Нет, здесь его тоже нет. Получается, в стойле. Ну или еще в столярке мог закрыться. Сейчас столяр. Бать. До полного бака. Ну ты даешь. А Энери. Спасибо еще за 193. Гривны, гривны, гривны. По QR-коду без комиссии, хуиси, ебиси. Я получу прям до копеечки эту сумму. Спасибо тебе огромное, брат. Спасибо. Эо! Для тебя чатик. Прожмите сердечко, плиз. Покажите, что у меня добрый чатик. Спасибо, Энери. Нормально делаешь. Нормально моешь. У меня их два. Поймешь, что происходит. Он в конце где-то там. Блять! Блять! Повезло. Я вот последнее въебал, у него там что-то мощное. АЕшка, что ли? Крепкий такой, пиздец. Дефендер у него. Ебануться.
Это обычная хуйня, МК, это 5.56. Я думал, с таким блевом уже никто не катает. Но оказывается, не. Катают. Они, кстати, не разлутали комнату. Стоило вообще. Дядька, чё ты меня с Файсевена принимал? У тебя СКС-ка. А он по мне с Файсевена стрелял. Молодой, походу, что-то подзапарился. Сейчас будет вода опять 0. Давайте пока этот сум выкинем броню здесь. Метнемся кабанчиком. Зачекаем. Попьем. Хуй в кипяток бакнем. Они тут сидели, я не знаю, даже... Даже не лутали ящики. Это прикольное место, если ты узнаешь, что чекать стоило. Помимо еды здесь два вот таких ящика инструментальных. Вот здесь часто лут рысается. Вот здесь. Вот такие нормальные, нормальные места. А, вот, кстати, еще ящик. Я про него все время забываю. Три ящика инструментальных. В одном месте. Мы сейчас, кстати, знаете, что сделаем? Освежим немножечко свою память. Полазим в этих комнатах. Справа. По-моему, тут где-то еще один есть. Сумка в первом, да? Сумка в последнем. Вот здесь документы могут зарезаться. Вот три сумки. Полетит на меня, подходит ко мне, а потом отворачивается. Блять, не лезет, подожди, вообще никак. Так, подожди, броня, броня, броня. Где броня? Кто спиздил броню? А где скинул броню? Что-то я не помню. А, блядь. Я там ее скинул. Пустые канистры? Да не, они нужны там на один крафт всего, пустые канистры. Херня, пустые канистры. Так, ну окей, один здесь.
ХЕ взял, да? Второй есть? Всегда есть второй. Куча рейдеров убитых. Главное, что второго не было. Блять, и пилюля слетела сразу. Блять, два. Блять, хватило патронов. Боялся, не хватит. Там еще парочка даже осталась. Help me, I'm blind. Вот этот чел, его второй тиммейт, он мог меня размотать. Если он был бы немножко быстрее, он бы меня размотал. Он немного, ну, заждался, ему нужно было быстрее играть. 37-й, нихуя себе. Это хорошо, что я ему дал этот в кабину. У него тут 6-й класс, сори. Так, болтики сразу в трусики отправляются. ПРСки не надо. Это может быть БСка. Не, ППшки походу, да? Да, ППшки. Ну, бля, ну с ППшек тяжело меня убить. Можно, но тяжело. Патрон хуйня у него. Если бы на патроне не сэкономил, шансы были куда выше. Можем еще прицел спиздить. Шланг сюда! ФМГ. Тут еще валяется миллион рейдеров. Чувствую, можно сразу будет колоть мул здесь. ПП же урон подняли. Ну, подняли, но все равно. 5-й класс, ну, сбрить не сложно. Ну, сложно. Бивен Церга. Айнери, спасибо за сабскрайб, подарочный для бивня. Братишка, спасибо. Спасибо от души. Где ты такого нашел, воина? С таким ником. Ой, блядь, хуй знает. В идеале как бы выкидывать, брать разрус какой-нибудь. К
как-то вот так. Сейчас попробуем. Пока время есть. А у них всех брони разгрузки. Надо искать у дальних. Ну а тут еще такие боты вкусные. На БПшечках все. Это пиздец. Это пиздец. Глянь, ебать. Надо разгрузку здоровую. Плиз, кто-нибудь. О, пойдет. Арена в Тарков начал играть, ну правильно? Если любишь хардкор и анальное жжение, это та игра, которую тебе надо. Так, а там я походу выкинул. Пиздец, это будет сложно. В идеале тут как бы выколупывать, наверное, БПхи. Это сейчас затянется. Ну, какие варианты? Я хочу все залутать. Это придется тактек оставить здесь. Я вот думаю выкинуть вот эту еще хуйню. Типа, я не играю с юмпом вообще. Одна клеточка осталась. Все, попиздили. Какой у тебя моник? Сколько герц? У меня BenQ 2546 240 герц. Если планируешь покупать и обновляться, то бери такой же моник, только с индексом K. Это более новый, более современный, более технологический. Более жесткий, более прыткий, более дерзкий. Вес 65,3. Он где-то 50к может стоить. Ну, где-то так. Но если тебе надо моник для киберспорта, это лучшее, что можно сейчас купить на данный момент, в это время. Лучше ничего нет. Поверь, я в этом пиздец шарю. У меня до хера моников было, я знаю, что говорю. Все киберспортсмены, ну, такие как Simple, там, в CSGO, там, самые великие люди играют на таких мониторах. Они не играют на IPS 44 Гц, блядь, 27 дюймов. Типа якобы 1 МС, отлик. Они все играют на этих BenQ. Абсолютно все. И играют не за рекламу. У них и дома он стоит, и, блядь, и в клубах стоит. И, я не знаю, везде играют, блядь, на них. Моника — это та тема, на которой часто зрители наебывают на бабки. То есть пишут одно на мониторе, на коробке, а на самом деле получают второе. То есть много наебалово, но не с этим моником. Блять, я сюда не могу идти. Подожди,
А где я реснулся, ребят? Я не отсюда зареснулся. Кто-то напомнит, где я реснулся в этом рейде? По-моему, я тут реснулся в конце или нет? Ебать, нет, там чел слева. Тут крысы сидят, ребят. Один точно, я его слева услышал. Сюда мы не идем. Это, скорее всего, ублюдки, которых я убил. Стрим-снайперы ебаные. Эти стрим-снайперы могут меня подловить на другом выходе. Шляпокорда нет, здесь придется побегать. И шляпокор здесь ошибка, потому что они подымутся. Они ж прям на выходе через шляпокор стоят. А чё меня так все пытаются заслепить? Это было близко. Ебучка вся звенит. Бля, это была хорошая попытка. Патронов нету. Хорошая попытка. Мне регало за стенкой в этом рейде. Ну, я уже ушел с позиции, мне прилетал урон, то есть. Так-то попытка хуйня. Но Рега здесь отвернулась от меня. Я уже ушел за угол, за решетку, и мне дальше регало урон от него. Так, а что здесь у меня? Да, ну здесь вообще пиздец. 8.55. Магазинов нету. Бля! Да, нихуя это... Да, он где-то нашел рейдера, которого я не долутал. Вот уже трамвай приехал, смотри. Блядь! Ебать, меня аж передернуло. Случайно. У меня 20 патронов и все, я мясо. Мне стрять нечего. Сейчас челоботов будет много на выходе. Вон этот хуярит с этого, смотри. С чупика. Пацаны 40 минут сидели. Они недовольны, что никто на Д2 не пошел. Блядь, я тут челоботов. Эта крыса, кстати, герма дверь тестит. Может быть, стоит пойти на трамвай? Бля, я не знаю. Я реально не знаю, как здесь выйти. Александр, давай, спасибо, что зашел. То есть этот чел явно кемпит гермодвери. Мы можем пульнуть все, что есть. Под тремя инжекторами пойти. В подвалах мне пизда 100%.
Он сейчас по мне может ебашить, он меня сейчас может видеть. Я бегу тяжело, скорость маленькая. Ну да, это скорее всего чел, который пишет гоу подвал, он там и сидит в подвалах, стрим снайпит меня. Катыхан, привет. А, здесь везде лутались. Сто 73 секунды. А, макс запас сил 160. 2 минуты осталось. Ну, чуть больше. Ребята, в этом рейде по-любому были крысы на D2. Я думаю, 2 человека. Один был по прямой, а второй был слева. Блять. Пиздец. Это было тяжело, 3 килла дал. По рейдерам, по ебасосинам. Фу, блядь. Потненький рейд прям, пиздец потненький. Вроде убил мало, да, но такой прям какой-то затянутый. Там проблема, там проблема, там место, там вода, блядь, там патронов, там, блядь, выход кемпит. Такой прям заебный. 10 кругов ада нужно было сделать, чтобы выйти. И в конце даже 3 рейдера, блядь, прям сидят туда, куда мне заходить. Ну это пиздец. А тут минус 5. Бля, ну это рейдик на ютубчик, нет? Братишка, если ты посмотрел этот ролик целиком, не поскупись на лайк, у тебя от этого вырастет бивень, братишка. И заходи на стримчанский, тебя жду. Эо!